Я сейчас покажу видео тебе, как сдается в плен российский военный. Ты скажешь, что ты об этом думаешь. Он еще жив. Он живой еще жив. Смотри, куда? Снимай, что мародер. Мне надо и морды их. Смотри, он живой еще. Он хрипит. Ну все, он хрипит. А перчатки хорошие. Не хочу я его оставлять. Не могу смотреть. Это ребята сдавались? Это еще живые российские военные, которые взяли в плен. Не расстреляли, убили, перерезали голову. Что ты об этом говоришь? Ну там... Это было под Киевом. Я не могу передать это. Это не по-человечески просто. Тебя били здесь? Нет. Вели какие-то специальные допросы? Нет. Условия содержания? Нормальные. Может быть, что-то скажешь своим сослуживцам? Ребят, перестаньте воевать, потому что это к добру не приведет. То, что я видел здесь, то, что нам рассказывают, это все ложь и провокации против нас самих. То, что нам обещают горы-мосты, что мы будем жить хорошо, никогда мы жить не будем хорошо. Больше нечего сказать.